Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии и ставит лайки. Хочу с вами познакомиться. Аудитория, которая приходит из-за обзоров у Ралочки, расширяется. Может быть, кто-то не знает. Меня зовут Алена. Хотела поблагодарить вас Лично каждого за то, что вы пишете комментарии, что вы подписываетесь. Я делаю обзоры на Самвелла, на Колю. Может быть, кто-то не знает этих людей, на Диану. Ну вот теперь делаю еще и на Уралочку. Хочу сказать, что аудитория, вот именно вы, которая приходит от Уралки, совсем другая. И комментарии очень сильно отличаются. Вы прям обширно развиваете тему. Если хотите выразить какую-то мысль, вы прям пишете такой качественный комментарий. И очень интересно читать. Спасибо вам за это большое. Итак, давайте приступим. Как Сафар сказал? Так по Олиному и будет. И это, кстати, сейчас была не шутка. Уже ее парни шуршат по кухне. Вот только недавно я делала обзор, да буквально, по-моему, вчера я говорила, пока она их припахивает делать какую-то тяжелую грязную работу на даче, но немножко пройдет времени, и она начнет их припахивать на кухне. Вот всего ничего прошло. И уже они оба тут шуршат. Приказала и все. И они все пришли. Еще и назвала это семейным подрядом. Мало они работают, вот очень мало. Жрут много, а работают мало. Ну пусть хотя бы по кухне помогают. Нечего морду баловать. Совсем же обленятся за зиму. Весной понятно, когда начнется дача, будут пахать там оба, как миленькие. Но до весны-то еще далеко, до нее надо дожить. А кормить-то мужиков своих надо, Могла бы, если бы она, она бы их в спячку уложила, весной растолкала бы и прямиком бы отправила на дачу. Не потопаешь, не полопаешь, имейте в виду, ребята. Ну, раз такое дело, не по их вине они не могут там работать. Вот жалко, не, нельзя что-то там высаживать под снегом. Ведь сто процентов заставила бы. Ну, ладно. Пока пусть работают на кухне. А то, видишь, какие выискались. Заказы ей дают. Кто что хочет поесть. Один одно, хочет другой другое. А она хочет капусту. Да, ей захотелось похрустить капусткой. Значит, она будет готовить именно ее. Кто бы сомневался. Ну, кто бы сомневался. Мало ли, что Сафару запах не нравится. Оля пожелала. Хочу капусты. Все, значит, будем делать. Ну и решила она и Абдугани привлечь к этому делу. Заставляла его чистить картофель. Теперь он сидит и режет эти сосиски. Потом будет резать еще и капусту, и морковку. В общем, много будет он ей помогать. Ничего сложного, конечно, он не делает. Сразу оговорюсь, я на самом деле ничего плохого вот в том, что она приучает ребенка выполнять какую-то нехитрую работу по кухне, я не вижу на самом деле. В принципе, ну, это нормально. В любом случае, это пойдет мальчику на пользу. Навык, ну, очень даже полезный, ну, пусть учится. Чем балду гонять? Ну, пусть пообщается, ну, хотя бы таким образом, он посидит рядом с отцом. Хоть, хоть папаша на него посмотрит, скажем так. Хоть какое-то время они уделят ребенку. Секции, куда ходит обдугани, говорит Ольга. Там бывают выезды на соревнования, ну, как, в общем-то, в принципе, и в любой секции. Но вот она и решила приучить ребенка к самостоятельности, ну и начала перечислять. Ну, помимо того, что где-то что-то он, чтобы мог себе хотя бы нехитрое приготовить, ну и в числе первых она озвучила застелить постель. И тут я зависла. Я извиняюсь, но... Этому мальчику, да, я называю его ребенком, потому что по сравнению с ними, это, конечно же, ребенок. Но у него уже вовсю растет борода и усы. А кто застилал постель до того, как он пошел на секцию, и Оля решила приучить его к самостоятельности? Кто за него это делал? М? Я смотрю, Оленька лишний раз палец о палец не ударит. Сафар тоже не побил рекорда по заботе о ребенке. Кто постель заправлял? Я смотрю, Сафара Абдугани до такой степени раздражает. Вот помогает он Ольге по кухне. Но она спокойно объясняет ребенку, что, как надо делать. Ни разу не сорвалась. Где-то, конечно, он что-то делает не так, но Сафар аж на говно исходит. Вот его бесит, что ребенок не может сделать так, как это делает Ольга. Но вы представляете, да, ум есть у человека сравнить. Ольгу, которая всю жизнь стоит на кухне, причем оттуда даже, по-моему, не вылазит, и готовит, 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 не приходя в сознание. И тут ребенок, который, ну, можно сказать, первый раз в жизни учится держать нож в руке. Он не знает, как это делать, правильно, неправильно. Он только учится. Он учится. И он возмущаться начал. Его это его это бесит, представляете, вот это папаша. Он даже не хотел снимать, как сын мажет булочки яйцами. Назвал это зрелищем, которое он снимать не желает, противный до ужаса. Он сам вообще не умеет готовить. А на сына истеричка психует. Что ты вот так делаешь, вот так делаешь? Ж... Вот все неправильно, не, не может. Он спокойно на это. Ты объясни ребенку, это же твой ребенок. Как он ему мешает, как мешает. Неудивительно, что у Сафара нет времени заниматься обдугани, потому что он не хочет это делать. И дело тут не во времени, которое у него якобы, как сказала Ольга, нет. Желания нет. Желание тысяча возможностей, нежелание тысяча причин отмазаться, что-то делать. Вот Сафары придумал эту отмазку, притащил ребенка как собачонку а заниматься не хочет. Даже ради контента он не хочет уделить ему внимание. Ты же отец. Возьми, покажи. Вот так возьми нож, вот так его держи, вот так режь. Объясни ребенку. Нет, они засунули его в отдельную комнату. Сиди там и не ворнякой. И не путайся тут под ногами. Мешает, вы понимаете? Мешает. До того стало жалко этого пацана, Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что вместо Абдугани кто-то заправлял постель. Или она у него все время была до этого времени в беспорядке. Ну, бред какой-то. Детей с детского садика начинают учить самим одеваться, заправлять постель. В нормальных семьях и детских садах это же обычная практика. А тут сидит без пяти минут жених, усатый, бородатый, а постель заправлять не умеет. Вот что-то мне в это очень слабо верится. Неужели очередная выдумка ради контента? Вот они готовы не только сами позориться, но готовить, готовы позорить и ребенка. Вот сколько он их просил: не надо меня снимать, не надо, не хочу. Кто бы его слушал, им вообще плевать? Это контент, они, может быть, и взяли его ради контента, чтобы было что показывать. Вот теперь отдувайся, обдугани. Вот если это контент, в это я поверю. Вот запросто эти люди изобразят то, чего нет. Лишь бы только люди писали, даже негативные комментарии, им же они тоже идут на руку, потому что они потом на них будут отвечать. А это опять же такие расход эфирного времени, соответственно заработок и соответственно новые комментарии. И все, это же не непрерывный поток комментарии, ответы, вопросы, вот это вот, знаете, отгавкивание зрителей на них, они на зрителей, причем зрители плохие, они гавкают на зрителей, но они при этом хорошие, в общем, вот, вот это круговец. вот ради этого, да, я поверю, они, они готовы, они пойдут на все. В общем, как я уже сказала, Ольга порезала сосиски, а Абдугани ей тоже помогал резать. Они их обжарят с луком и будут тушить капусту. Смотрю, Ольга постоянно пользуется деревянной дощечкой. Ну, там уже такой приличный слой срезала. Ну, понятно, когда ножом раз, чиркнул, два, три. Это же постоянно вот эти вот частицы, они же отрезаются, отрезаются. Не люблю я такие дощечки. Вот это же дерево, оно куда? Оно же прилипает к пище, попадает туда. Плюс эта деревянная дощечка, она же все запахи впитывает. Ну, и, в принципе, проникает внутрь этого дерева. Недаром не же говорится, что для каждого нужно отдельную досочку. Для рыбы одно, для другое, для мяса третье. В общем, желательно бы сразу несколько. А я смотрю, она там пластает на этой. В общем, не очень мне нравится. Но их это устраивает. Я так чисто свое наблюдение высказала по этому поводу. Сафар говорит, а салат будет? Я смотрю, у них реально организовался капустный день. Мало того, что капусту тушат, так еще и салат решили забабахать из -за этой же капусты. Но вот зрители же им постоянно пишут, ешьте больше овощей. Оленька, подумай о себе, подумай, дорогая, родная наша, любимая, подумай о себе, пожалей себя, ешь овощи, Оленька. Вот. И вот эта семья хищников решила сделать разгрузочный день и на маленький период стать, ну, почти что с зайцами целый тазик капусты накрошили. Вот я смотрю, чтоб они не взяли, есть, они все равно будут готовить тазиками. И тазиками будут, конечно же, эту пищу поглощать. Вот буквально на днях они приготовили так много еды и говорили: "Вы не думайте, мы это готовим не на один день и не на два, нам этого хватит надолго". Ха -ха, я так и знала, что надолго им не хватит. Вот, пожалуйста. Они снова готовят, а ведь реально, они же на полном серьезе приготовили очень много, уже все смолотили. Далее. Решила Ольга, конечно же, не только себя накормить, но и на поводу у мужа пойти. Он захотел котлеток. Не волнуйтесь, детки, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток. Будет, конечно же, и ему котлетки, и будут булочки, которые недавно они уже делали. И так им эти булочки понравились. Вот знаете, Ольга так интересно преподнесла информацию про эти булочки, будто она их только издалека взглядом видела. Все сожрали ее парни. Опять повторила, мы очень любим, да, наша семья очень любит пирожки, булочки. Ну а дальше она помолчит, иначе сейчас ей опять зрители такого понапишут. Можно подумать, ее так сильно волнует, что про нее будут писать зрители. Я смотрю, ей вообще на все плевать. Напишут про нее что-то, не напишут, она все равно будет жить так, как она считает нужным конечно конечно это правильно мы же все так живем почему она должна жить как то по другому я честно говоря не знаю ни одного человека который бы слушал но ну, все советы которые ему дают окружающие еще и бросался сломя голову их тут же исполнять потому что у каждого свое видение свое понимание жизни но некоторые комментарии особенно в отношении ее питания здоровья они же реально заслуживают внимания с ее стороны и ведь это пишут зрители которые ну, на полном серьезе за нее переживают. Они желают ей добра, потому что ну пишут прям, знаете, ну так по-доброму, прям Оленька подумай. Ну, вот я уже озвучивала, да, как они ей пишут. Ну что ж, жизнь ее решать только ей, и тем, что она злоупотребляет сладким, мучным. Она же вредит прежде всего себе. И, по сути, расхлебывать последствия своего образа жизни будет только она. В принципе, она так и сказала, что она уже девочка большая, она все про себя прекрасно знает и понимает, что для нее хорошо, что плохо, поэтому в советах она не нуждается. Так что засуньте свои советы себе глубоко куда-нибудь, прям глубоко-глубоко, чтобы Оленька их не увидела. Они ей нафиг не нужны. Я ее не так давно смотрю, но говорили, что она делала операцию, а денег на вот это лечение, на операцию она не просила у зрителей? Ну, может же быть такое? Вот, например, как Надя на канале у обращалась же к его аудитории. Помогите оплатить операции. Люди сбрасывали деньги, и она эти операции благополучно сделала. Если Ольга не просила, ну, тут, конечно, одно дело, типа, я у вас ничего не просила, поэтому не лезьте, не суйте свои длинные носы, куда вас не просят. А если просила, ну, тут же совсем другое дело. Получается, что когда ей нужна была помощь, зрители, помогите, подкиньте деньжат, срочно нужно на восстановление здоровья. А когда ей пишут комментарии по поводу этого самого здоровья, она вдруг резко становится большой девочкой, которая в советах вообще не нуждается. По-моему, мне кто-то писал, что деньги они все-таки на что-то допросили. Вот только я не запомнила конкретно на что просили. Если кому-то не трудно, напишите, пожалуйста, было что-то такое, просила она на лечение, ну неважно даже чего, просто на здоровье свое просила у аудитории свои деньги или не просила, буду очень вам признательна. А на этом я свой обзор буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, надолго не прощаюсь с вами, всем пока.